Не только работа, но и вкусный обед поджидал Владимира Путина в Ясной Поляне. Во время визита в Тулу президент заехал в усадьбу Льва Толстого. Там его уже ждал накрытый стол и всевозможные яства. Исключительно из российских продуктов заявили в Доме музея писателя. Но кроме знаменитых тульских пряников, Путина познакомили и с некоторыми местными деликатесами. Наш традиционный толстовский анковский пирог. Mm-hmm. Да, это специально, это был рецепт Софьи Андреевны, и это стало символом семейного благополучия. Вот. Я хочу сказать, что Алексей Геннадьевич... Сохранился, знаете, поваренная книга Софьи Андреевны, поэтому мы знаем, что Софья Андреевна готовила как бы для Льва Николаевича каждый день. Мы можем восстановить. Не пирог сохранился, а рецепт. Сотрудники музея рассказали президенту, что рецепт кондитерского изделия семье Толстых передал семейный врач. И с тех пор анковский пирог стал символом уюта и благополучия в семье писателя. Без него не обходился ни один праздник.